По пути посланника Аллаха. Священная мечеть сегодня. Площадь и форма священной мечети, которые предшествовали первым работам по ее расширению, проведенным саудовскими правителями во второй половине XX века, оставались в том виде, какие они имели в первые века аббасидской эпохи правления, то есть тот вид, который они имели более 1200 лет тому назад. На протяжении этих лет в священной мечети проводились лишь незначительные реставрационные работы с добавлениями куполов, минаретов, ворот, которые не меняли изначальную форму площади. В современную эпоху с ростом численности мусульман произошли огромные изменения и в сфере транспорта. Увеличилось количество паломников к священному дому Аллаха, число которых с первой половины XX века составляло 100 тысяч человек, а в начале второй половины XX века достигло полмиллиона. Затем это количество выросло еще в несколько раз и достигло 2 миллионов хаджи в год, не говоря уже о растущем количестве людей, совершающих умру, особенно во время благословенного месяца Рамадан. Все это вызвало острую необходимость в проведении расширительных работ в священной мечети. Первые расширительные работы распорядился провести король Абдул-Азиз Аль-Сауд незадолго до своей кончины. Выполнение этих работ началось в 1375 году хиджры, уже в период правления короля Сауда бен Абдул-Азиза. Эти работы велись поэтапно более 20 лет и были свидетелями правления королей Фейсала и Халида. В эпоху саудитов к территории священной мечети была добавлена большая площадь. Были построены новые ворота и навесы. Первые навесы были сделаны из дерева еще во время Османской империи. Насколько мне известно, первым, кто построил портики, был султан Абдул-Малик. После него в священной мечети несколько раз проводились реставрационные работы, последняя из которых была во время правления султана Мурада в 1040 году хиджры. Затем в эпоху саудитов эти опоры были построены из армированного бетона. На этих опорах были построены двухъярусные портики. Люди получили возможность совершать молитву на трех этажах. Два из них — крытые портики, а третий этаж — это крыша, на которой поднимаются на лифте. Люди молятся на ней во время хаджа, Рамадана и когда создается давка. Наиболее полное расширение священной мечети было проведено в годы правления короля Сауда. Эти работы были проведены в три этапа. В ходе них были снесены жилые и торговые здания, находившиеся по соседству с Маса-местом, где совершается ритуальный бег между холмами Сафа и Марва. Также были снесены здания, находившиеся поблизости от холма Марва, а над этим местом был построен второй ярус на высоте 9 метров с длинным коридором, соединяющим оба холма. Внутри этого коридора построен специальный проход того, чтобы немощные люди, передвигающиеся на колясках, и свободно совершать ритуальный бег по нему. Вдоль этого коридора установлена специальная перегородка, разделяющая коридор на две части, что облегчает совершение ритуального бега. С восточной стороны священной мечети, со стороны места ритуального бега, было установлено 16 ворот. Также на холмах Сафа и Марва были построены две лестницы, одна из них предназначалась для подъема, а другая для спуска. Также был построен специальный водоотвод шириной в 5 метров и высотой от 4 до 6 метров. Этот водоотвод предназначен для вод, которые стекали с гор и проникали внутрь святыни через место совершения ритуального бега. Также было проведено расширение внутренней площади обхода Кабы. Шилась установка ступенек, ведущих к источнику Замзам. Был снесен купол, установленный над этим источником, который в свое время использовали муэдзины. Для них было построено специальное здание на территории площади обхода Каабы. В ходе строительных работ по расширению площади мечети Аль-Харам было отреставрировано и
здания самой Каабы. Была расширена ее площадь и отреставрирован Маккам, место Ибрахима, мир ему. В результате проведенных работ площадь священной мечети увеличилась с 29 тысяч квадратных метров до 193 тысяч квадратных метров. Она стала вмещать одновременно 400 тысяч молящихся. Расширение было завершено и усовершенствовано при правлении короля Фейсала бин Абдул-Азиза. Эти этап первого расширения был завершен во время правления короля Халида бин Абдул-Азиза, в ходе которого он достроил то, что осталось недостроенным в здании священной мечети. Во время его правления было завершено расширение площади обхода вокруг Каабы, также были проведены некоторые ремонтные работы внутри территории священной мечети, в том числе установка двери Каабы из чистого золота. В ходе этих расширительных работ были снесены частные владения, здания, окружавшие священную мечеть, а также здания, которые разделяли мечеть и место совершения ритуального обряда бега. Эти работы были завершены в 1396 году хиджры. Проектировщик, разрабатывавший проект по расширению святыни, не мог представить себе, что количество паломников вырастет до такого количества, которое мы наблюдаем в эти последние годы. Следует отметить, что в ходе этих работ была расширена площадь обхода вокруг Каабы и было снесено здание над источником Замзам. Вход к источнику Замзам был перенесен под площадь обхода, где для него был построен сводчатый подвал. Площадь обхода Каабы была полностью вымощена плитами из жароотталкивающей породы. Каменные плиты площади были уложены по направлению к кыбле. Все эти работы были завершены в 1400 году хиджры. Несмотря на эти огромные расширения, на территории священной мечети в сезон хаджа и рамадана, когда сюда стекались и паломники, совершающие хадж, и паломники, совершающие умру, становилось тесно. И поэтому это вызвало необходимость повторного расширения, в котором учитывалось бы растущее число паломников и посетителей. Проектирование и выполнение очередных работ по расширению территории священной мечети начались в начале 80-х годов прошлого столетия во время правления короля Фахда бин Абдул-Азиза. Целью этого проекта было расширение территории Макканской святыни и ее реставрация, для того чтобы мечеть одновременно могла вмещать более миллиона молящихся. Также этот проект включал в себя работы по расширению внешней площади, окружающей святыню. Добавленная к мечети площадь составила 76 тысяч квадратных метров. Большая часть расширения была осуществлена в западной части святыни. После этого расширения количество паломников, одновременно совершающих обход вокруг Каабы, возросло. Люди начали совершать обход Каабы на втором этаже и крыше крытых портиков. Во время правления проектировщик даже не мог предположить, что в один прекрасный день второй этаж крытых портиков и их крыша будут использованы в качестве площадки для совершения обхода вокруг Каабы. Использование людьми второго этажа и крыши в качестве площадки вызвало необходимость проведения новых расширительных работ. Таким образом, расширительные работы были начаты служителем двух святынь в 1409 году хиджры. Целью очередного расширения являлось рациональное использование каждой части площади святыни, в том числе и крыши в качестве мест для совершения молитвы и обхода Каабы, не говоря уже о прибавлении площади. Крышу для этого основательно подготовили и оборудовали эскалаторами. 136 эскалаторов поднимают и спускают людей с крыши. Для того, чтобы рационально использовать окружающие святыню площади в крайних случаях, необходимо было составить грандиозный проект, который решил бы проблему с селями, которые иногда угрожали святыне. С ростом числа паломников, когда расширение территории священной мечети с западной части уже было завершено, появилась необходимость проведения подготовительных работ для полного использования этих расширений. Это подготовка окружающих священную мечеть площадей.
Был реализован грандиозный проект по отводу силевых потоков. Всем известно, что высокочтимая Мекка расположена в самой низкой точке долины. А самая низкая точка в священной мечети – это место, где находится Кааба. Поэтому было необходимо построить заграждения, которые не пропускали бы силевые воды на территорию святыни в сезон дождей. Сели не должны были влиять на святыню, проведенным в ней работа, а также на предоставление услуг паломникам и посетителям. Было разработано несколько проектов по защите святыни от природных катаклизмов. Был реализован проект, по которому селевые и дождевые воды всасывались, прежде чем достигали ее территории. И благодаря Аллаху Всевышнему, каким бы сильным ни была сель, после реализации указанного проекта не было зафиксировано ни одного случая нанесения ущерба площади обхода Каабы. Хочу напомнить, что на старых снимках мы можем увидеть, как люди совершали ритуал обхода Каабы, находясь на плаву, а также можно увидеть ущерб, нанесенный Каабе в разное время от природных катаклизмов. В вышеуказанных проектах по расширению священной мечети особое внимание было уделено пешим людям, находящимся на территории, окружающей священную мечеть. Также необходимо было создать огромные пространства, которые поглощали бы движение пеших людей на территории, окружающей священную мечеть. Потому что когда люди одновременно выходят из мечети, создается слишком большая давка. Этим и была вызвана необходимость создания пространства, которое поглотило бы движение людей за стенами священной мечети. И поэтому некоторые частные владения, находящиеся на территории священной мечети, были снесены. Особенно это коснулось зданий, находящихся на восточной и западной сторонах мечети. Эти пространства были использованы как дополнительные места для совершения молитв в продолжении ряда молящихся внутри мечети. Еще один проект по расширению территории священной мечети предусматривал прорытие тоннеля в той части города, которая известна мекканцам под названием Ас-Сук-Ас-Сагир. Этот район находится на западе от священной мечети. Здесь был проведен тоннель, соединяющий северный и южный районы города. Под тоннелем был построен другой тоннель для общественного транспорта, что облегчило передвижение пешеходов, направляющихся к местам своего пребывания. Этот проект, несомненно, является грандиозным, особенно если учесть, что эти тоннели стали подобием артерий. Были перенесены телефонные линии, электричество, воды и сели заградительные сооружения, а также коммуникационные сети для охлаждения святыни, которые были проведены под тоннелем. Также внутри самой мечети были реализованы проекты по увеличению полезной площади святыни. Реализация последнего проекта, который считался стратегически важным, была завершена в 1424 году. Суть этого проекта заключалась в расширении площади второго этажа и ее крыши для совершения обхода вокруг Каабы, а также в переносе мест расположения источника Замзам с внутренней площади святыни. Общеизвестно, что места для питья воды Замзам находились под площадью обхода Каабы, и к ним были сделаны проходы. Но впоследствии с ростом числа паломников эти проходы стали мешать людям, совершающим обход Каабы.
Необходимо было перенести эти проходы в другое место, которое было бы доступно всем и не мешало бы совершать обход. Также нужно было расширить отдельные участки на втором этаже и крыше, чтобы ослабить давку, возникающую в этих местах во время обхода Каабы. Известно, что самым маленьким местом по вмещаемости людей являлась часть площади обхода Каабы, расположенная напротив места, где совершается ритуал бега между Саффой и Марвой. Ширина этого места на первом этаже, а также ширина поверхности крыши составляла 6 метров. Это место было подобно горлышку бутылки и создавало помехи, как штатским, так и военным, которые регулировали поток людей. В 1418 году хиджры в этой части были проведены работы по расширению, и в результате это место расширилось на 3 метра. Тем самым его ширина достигла 9 метров. Целью данного проекта являлось ослабление давки в этой части площади и увеличение ее пропускной способности во время совершения обхода Каабы. В результате этих работ ко второму этажу и крыше было добавлено 5000 квадратных метров полезной площади. Реализация проекта решила проблему с лестницами, находящимися рядом с воротами Джиада. Здесь были установлены лифты. Они поднимали людей с помещения, где находится источник Замзам, до поверхности крыши. Работы по регулированию людей во время совершения ими ритуального обхода Каабы решили проблему с выпуклыми частями архитектурного сооружения. Также в результате осуществления этого проекта были удалены некоторые выступы по краям опор, подпирающих второй этаж и крышу. По краям этих опор выступали углы, как я уже об этом упоминал. Во время первого саудийского расширения проектировщик даже не предполагал, что эти места можно использовать для обхода Каабы. До ликвидации этих выступов паломнику, совершающему обход Каабы, иногда приходилось становиться лицом к Каабе, а иногда приходилось поворачиваться к ней спиной. Впервые в истории при проведении расширительных работ в священной мечети пришлось учитывать некоторые ее особенности. На втором этаже были созданы специальные места для немощных и пожилых людей для совершения обхода. Раньше это было невозможно по причине беспорядочного движения людей. Приведение в порядок движения толпы паломников, совершающих обход Каабы, позволило создать специальные места для этой группы паломников. Был построен мост, который связывает вход на второй этаж с этим специально отведенным местом, с учетом того, чтобы движение этой группы людей не смешивалось с движением остальных паломников. Также целью осуществления этого проекта было равномерное и гармоничное движение паломников во время совершения обрядов, что вызвало необходимость установления в некоторых местах туалетов, точек с охлажденной водой, временного освещения. Например, были возведены мосты и проходы, подземные переходы, мосты над местами, где проводились строительные работы, временное освещение, временные гигиенические узлы и другие места предоставления услуг. وبعد هذه التوسعات كلها أصبح المسجد الحرام يتكون من أربعة طوابق وهي الطابق السفلي. После проведения всех этих работ по расширению территории святыни, священная мечеть стала состоять из 4 уровней. Подземный уровень, первый этаж, второй этаж и крыша.
Площадь подземного уровня святыни охватывает 31 тысячу квадратных метров. Надземный первый уровень состоит из скрытой части святыни и площади, находящейся под открытым небом. Площадь крытой части святыни составляет около 100 тысяч квадратных метров, а внутренняя часть площади святыни, находящейся под открытым небом, составляет 13 тысяч квадратных метров. Для совершения молитвы паломники поднимаются на второй этаж, находящийся на высоте 12 метров, посредством 13 лестниц, а также 4 мостов, связывающих северные и восточные входы на уровне второго этажа. Что касается площади поверхности крыши, то она полностью замощена жароотталкивающим и водонепроницаемым материалом и приспособлена для совершения молитвы во время сезона хаджа и рамадана. Несмотря на осуществление всех этих работ, реализуются новые проекты по улучшению и развитию святыни. Несколько проектов сейчас находятся в стадии изучения. Например, специальная линия движения. До прошлого года существовали своего рода носилки, на которых несли пожилых людей и совершали обход вокруг Каабы. Это старый традиционный способ совершения ритуала обхода вокруг Каабы. Мы добились того, чтобы люди обходились без этого, построив для них специальную линию движения. Как я говорил, разрабатывается еще один проект касательно специальных линий движения на поверхности крыши для совершения обхода вокруг Каабы. На поверхности второго этажа святыни планируется постройка движущейся платформы вокруг Каабы. На эту платформу люди будут подниматься на специальном эскалаторе. Если Аллаху будет угодно, скоро завершится реализация и этого проекта. Также планируется отделить движение колясок для немощных людей от других пеших паломников. Относительно пеших паломников рассматриваются несколько стратегически важных проектов. Несомненно, эти проекты тесно связаны со священной мечетью. Созданы специальные комитеты и организации по делам священной мечети, которые предоставляют необходимые услуги. Надо заметить, что существуют другие грандиозные инвестиционные проекты касательно святыни. Принимается во внимание оказание особых услуг для жителей этой местности, чтобы они не представляли дополнительную нагрузку для священной мечети, например, как постройка специальных мест для совершения молитвы этой группы людей, которые вместили бы десятки тысяч молящихся людей. В целом, все эти работы продолжаются непрерывно. بالخضوع ونادي ربك يا إن بيت الله الحرام. Поистине, в священном доме Аллаха, с тех пор, как пророк Ибрахим поднял его основы 4000 лет тому назад, и до сих пор происходят изменения. Меняются люди и времена. Эти изменения будут продолжаться до тех пор, пока Всевышний Аллах не унаследует эту землю. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. На русский язык фильм дублирован студией Асыл Арна. Эксперт перевода Жомарт Батырбеков. Видеоинженер Абдулазиз Макулбеков. Звукорежиссеры Бектас Мамбетов, Мухаммед Али Алтаев. Текст читали Бахтияр Асылханов, Александр Багрянцев. Ответственный редактор Ильяс Сырымов. Директор Мухаммеджан Тазабеков. 2009 год.